Здорово, народ. И мы находимся в некой укрепленной структуре. Называется подвал мой будущий. Так, ну короче, подвал с вечерним Лехой, можно так сказать. Осталось поставить вот там одну перечную. И вот тут сейчас сделаю. На всякий случай, мало ли, отлетит. Как я буду бегать с вибратором, не знаю. Но, в принципе, вроде хожу сейчас нормально. Потом же еще будет, получается, второй уровень. И вот эти вот можно будет расперечные убрать, правильно? Ну, сколько я понимаю. Оставить только щиты. Нижние. Нет, нижние тоже брать не буду. А вот лестницу. А вот лестница непонятно. Я тоже буду как-то спускаться сюда. С лестницей будет общий напряг. Это все вот забито, поэтому можно ходить. Вот смотрите. Так. То есть сделано на совесть. Но бетон, наверное, будет все равно. Так, это лампочка, не электрика. Лишь бетон не выбил мне здесь ничего. Не знаю. На глаз вроде немножко неровно. Но штукатурка все исправит, мы же помним. Так, а тут у нас... И тут вроде, ну, вроде ровненько, более-менее будет нормально. Да, кстати, посмотрел Терехова почти все серии про подвал. Он сказал, что в подвале лучше всего стены делать из камня. Штукатурка со временем отвалится. Но мне это, наверное, ролик был до того, как камень подорожал. Сейчас нужно сюда камня немерено. Ладно, что, сегодня сделаем лестницу, завтра сделаем корыто. Корыто сделаю с двумя створками ломающимися. Одна створка будет налево, обмулить, как здесь наполнится, потом все направо. И вот так, в две части. Иначе по-другому никак. Да, кстати, кто не видел, на основном канале вышло видео. Хотел по порядку, то есть сначала показать, как я благоустройство участка делал, там лепил фундамент, ступеньку. У меня просто копится много видео, памяти уже не хватает, и вот нужно видео монтировать и выгружать уже. То есть меня уже сам жесткий диск подталкивает выкидывать ролики на основном канале. Просто на основном канале как бы уже неинтересно ничего выкладывать, потому что ролики не заходят. 10 тысяч и ролики погибают. Не знаю, с чем это связано, поэтому уж до кнопки я буду еще канал как-то выкладывать, а потом ролики будут простаивать, так, если будет что-то интересное, так. Ну, короче, года два канал постоит, а там уже второй дом, возможно, скоро будет. Ну, так вот, не обращайте внимания, все, что там показано, увидели, просто там смонтировано емкостно, ну, то есть вы видите, получается, монету с двух сторон. Как это все в реале, тяжело, долго, медленно, как это в готовом варианте, все быстро, классно. То есть две стороны медали. Ладно, что, добиваем, я думаю, тут работа недолго, главное потом аккуратно вылезти. И все. Заказываю завтра миксер, и в четверг заливаем бетончик и бетонируем. Все, заработал.
Ну что, все? Так, где мой эпический фонарь? Так, там поставил вироспорки, как говорил. Так, лампочка огонь, короче. Распорки везде есть, снизу есть. Так, углы написали немножко неправильно. По углам, посмотрите, как получается, что одна часть зажата в другую, здесь хорошо видно, тут саморезы, и я их распер, получается, что защитить нужно только вот эту часть. Эта часть давит уже в этот угол и во вторую распорку. То есть, поэтому, думаю, более-менее нормально будет. Так, по поводу низов. Внизу я вот закрутил, что здесь, что там упор. Упор выдержит вот эту часть силы угла. Ну и упор снят, получается, здесь. Здесь просто нет у нас ничего. Так, где фонарь? Так, тут, в принципе, по низам каждые полметра у нас есть везде. На углу. Так, вот здесь. Я немножко, ну, побольше сделал, потому что тут и поддон кончился. Я усилил побольше. И последний поддон я еще раз пилил, получается, вот к этому поддону, который дальше. То есть опалубка замкнута. Чем больше будет бетона, тем она сильнее будет друг на друга давить. Ну и здесь пилил две распорки, потому что угол не из целикового листа. В общем, как-то так. Не знаю, есть сомнения, все-таки вот эту часть немножко усилить. А в основном, в принципе, нормально. Тут тоже добавил две доски. Распор по углам внизу обязательно завил брусочек. Тоже никуда нижняя часть поддонов не уйдут. Углы зажаты все. Друг другу упираются. И также полметра стоят верха. Ну, верха, конечно, ну, так сильно не нужно, но сам факт. Ну и закончил нашу лестницу. Каждая ступенька распорная дощечка. Так. И вверху, то есть вот тут вверху делать не стал, потому что нет смысла. Я сделал по центру, потому что вверху будет наименьшее давление. И эту часть, которую здесь я немножко сломал, потому что тут невозможно пройти. Я когда спущусь с лотком, он начнет подавать, я это верну обратно. Ну а так в целом все. Ждем четверга, в четверг будет миксер. Завтра за него заказываю. Заказывать буду марку М300. Там только, я так не понял, на гравием заказывать или там что-то на брусчатке, что-то такое. В общем, там два камушка. Гравий и что-то еще. Марку М250, М300, там разница за куб 200 рублей, но М300 это фундаментный бетон, поэтому то, что для подвала, самое то. Ну и все. Завтра занимаюсь отоплением, нужно подготовку к зиме делать. В чем там смысл? Нужно поменять тены, 5 мощные, промойте батареи, потому что они не новые, все-таки есть подозрение, что там ржавчины много. Ну и уже залить, наверное, нормальную жидкость, то есть первый год был на воде, как-то не очень. Этот год уже нужно на постоянку, закачать все, залить и забыть. Ладно, на этом сегодня все, ролик, конечно, немножко маленький, но с опалубкой завершил. Может, напишите, что подделаю еще. А так все. Завтра занимаюсь котлом. И четверг у нас с утра бетон. И потом выходные будем продолжать поднимать опалубку. Потому что эту эпопею надо заканчивать. Скоро морозы. Все. С вами был самостройщик Леха. До связи.